Самарское знамя – символ победы в русско-турецкой войне и освобождения стран Балканского полуострова от османского ига. 147 лет назад жители Самары подарили знамя болгарским повстанцам, чтобы выразить поддержку и солидарность в борьбе за свободу. С самарским знаменем в руках бойцы вели бои за Старозагору, Новозагору, Шипку и Шейново. Для учеников Самарского технического лицея прошел урок мужества, темой которого стала история легендарного знамени. Мы должны понимать то, что подобные дни имеют очень яркое символическое значение в плане объединения народа, объединения граждан нашей страны. Ребята слушают все с интересом, и меня радует то, что они осознают смысл проводимых этих уроков и их значение для их дальнейшей жизни и для сегодняшнего. Над уроком работали выпускники лицея Иван Ивашев, Артем Анжеваткин и Игорь Ильичев. Они также несколько раз в месяц проводят экскурсии для учащихся в школьном музее. Рассказывают о героях нашей страны и об их подвигах. Знамя было вручено 3-й дружине болгарского ополчения под командованием подполковника Петра Павловича Калитина. Он поклялся, что пока хоть один ополченец будет жив, знамя врагу не достанется. Мне интересна эта тематика. Я, в общем, интересуюсь историей России. Я трепетно отношусь к различным победам, прошедшим в нашей стране. Поэтому мне интересна эта тематика. Для нас все это важно, потому что все это наша история. Это первое. И второе, вот есть такие слова в песне «Это нужно». Не мертвым, это нужно живым. Такие уроки мужества проводятся в лицее практически каждый месяц. Зачастую они приурочены к знаменательным датам в истории нашей страны. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.